Вторая игра подряд за сутки, конечно, очень сложно. Ну и соперник, в принципе, в таких же условиях. В общем-то, отсюда и такие вот аритмия такая. То мы владеем преимуществом, то соперник нас закрывает. Особенно концовка второго периода была очень тяжелая. Ну, удачно, скажем так, забили, выстояли. Готовимся к третьей игре. У меня все, спасибо. Не хватило реализации моментов за два периода. 35 бросков в створ, ну, один гол. То можно сказать, рикошет. Вот здесь не повезло в завершении хладнокровия. И в третьем периоде у меня вообще необоснованные удаления. Для чего они нужны были, когда в плей-офф так нельзя играть. Надо как соперник ждать ошибки и реализовывать их. Потом уже как бы вытаскивать за счет характера, за счет самоотдачи игры. 0-2, не катастрофа. Сейчас надо готовиться к выезду и с выезда. В выезде брать две игры, чтобы возвращать себе домой.